Четвертый муж Макеевой, Роман Мальков, устроил драку с соседями. Драка каждый день обрастает все новыми и новыми подробностями. Оказывается, вследствие драки муж Макеевой, Роман Мальков, чуть было не остался без своего мужского достоинства. Получилось так, что он, заламывая руки соседки, прижимал ее все ниже и ниже к своему животу, и она чуть было не откусила ему его достоинство. Макеева обещает, запомните, я непобедима. Ну что ж, как говорится, продолжение следует.